Идея выращивания шпината подходит для новичков, так как не требует больших финансовых вложений. Дешевый посадочный материал даст продукцию через месяц. Это доступный вариант получить доход с приусадебного участка. Определенных вложений потребует выращивание шпината на реализацию в открытом грунте на большой площади, но такой бизнес является сезонным. Следующий способ выращивания – использование теплицы, которая потребует отопления и освещения. С метра теплицы выйдет 4-5 кг шпината при полноценном освещении, подкормке, температурном режиме и капельном орошении. Поскольку шпинат широко используется в домашней кухне и общепите, его можно продавать в неограниченных объемах по хорошей цене. Шпинат – культура с мясистыми листьями. В нем много белка, он способен выводить из организма токсины и шлаки. Блюда из шпината низкокалорийные. Он благотворно влияет на десны и зубы, препятствует развитию опухолей, успокаивает нервы, укрепляет сосуды и сердце, содержит йод. Сегодня многие выращивают шпинат земляничный. Его семена приобретают дачники при посадке на участке. Технология выращивания такого шпината ничем не отличается. Основное отличие в том, что осенью неубранные стебли прорастают. Появляются ягоды, напоминающие землянику, которые используются для пирогов, варенья и компотов. Для салатов используются листья. Семенами шпинат высаживают весной в лунки на расстоянии 40 см и на глубину 3-5 см. Прореживают после появления всходов. Почва нейтральная с внесением мочевины. Высевают шпинат несколько раз с апреля до конца июня. Перед посевом на двое суток семена замачивают. Шпинат хорошо переносит заморозки, любит влагу. Собирают его через месяц после появления ростков. Цены на шпинат варьируются. Килограмм стоит от 1 до 2,5 долларов. Розничная цена 3. Все затраты окупятся после продажи первой партии. Бизнес будет прибыльным, если вовремя определиться с каналами сбыта. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.